Не сюда. Ну, папа! Может, хватит уже? Я хожу по кругу. Не-а. Где ты? Опоздала всего на 20 лет. Боже. Ну ладно. Смотри-ка. Пап! Так, и как мне перебраться на ту сторону? Ну вот. Здесь не пролезешь. Может, залезть на крышу? Посмотри, 78-й год. Попробуем. Вот так.
Шикарная Эбби. Эбби! Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Вот где! Каждый раз, когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Пап. Эбби, она должна быть где-то сразу за этой рощицей. И? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Обещаю. Давай только побыстрее. Вот. Моя дочурка не даст меня в обиду. Как ты узнала, что я здесь? Оуэн меня ждал, да? Это его работа. Как ты его разговорила? Просто спросила. Видимо, прошла через площадку. Идем. Эй, смотри. О, ух ты! 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Пап! Расслабься. Скоро вернешься к своему Оуэну. Что-что? Ничего. Просто вы стали много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Боже. И давно ты знаешь? Я твой отец. Я все вижу. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Ты сразу такая серьезная. Это очень мило. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он балбес. Он теперь со мной особенно учтив. То есть ты сел ему на голову? Что ты? Эбби, смотри. Свежие следы. Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничала. Ну так цель оправдывает средства. Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. Давай-ка еще тут порыскаем. Пап, я нашла кое-что. Боже мой. Она уже родила. Фу. Смотри, два ряда следов. Пап? Это она. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет. Ей больно. Эбби, пошли. Пап, стой! А если тут зараженные? Здесь все проверяли. Они не сидят на месте? У тебя же оружие с собой? Конечно. Тогда я спокоен. Черт. Эбби! Нужно ее освободить. Тихо, не бойся. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Черт, глубоко вошла. Ладно, Эбби, иди сюда. На. Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Док, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что?
Так, иди сюда, помоги мне. Вас вызывают... Вон! Держи ее. Давай. Осторожно. Тихо. Тихо. Так, крепко держишь? Да. Давай, Эбби, режь. Держи. Почти. Сейчас. Все. Охренеть. Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем! Мы с вами молодцы. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. Но заражения нет. Не может быть. Они уже приступили к анализам. Поэтому вас и вызвали. Пап? Идемте. Ткань вплетена в мозг, по-другому никак. Должен быть другой способ. Возможно, изъять образец, сохранив жизнь носителю. Носителю. Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я... Я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло. Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня, или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись, все наши жертвы, все те ужасные... Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Эбби. Я принесла поесть. Спасибо, милая. Марлин. Хорошо. Спасибо. Я поговорю с Джоэлом. Зачем? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Удачная операция. Ты поступаешь правильно. Да. Будь это я. Я бы согласилась на операцию. Он что, до сих пор в здании? Петя. Эбби. Нет. Эбби, не смотри. Папа! Папа! Эбби. Нет! Нет! Тише. Нет!
Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Гори в аду, Пендео. Я вас всех убью! Эй, ты что делаешь? Мэнни! Почищаю. Не-не, мы пришли за ним, и все. Нельзя оставлять их в живых. Кто тебе это сказал? Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Я вас... Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан! Выстрелишь? Все! Мы уходим. Эбби. Йоу. Тише. Ты в порядке? Да, я... Ты чего? Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Vámonos. Ладно. А, шея. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Не, которая с горы. Спустилась вот ко мне. А, ученая. Клёво. Ну, она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. Ну, того стоило? О, безусловно. Теперь я умру счастливым. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Да я и сам так думаю. И тем не менее. Привет, мисс Поттс. И с ней? Джентльмены не хвастаются. Да. Мне надо с отцом поговорить. Возьмешь поесть? Ага, хорошо. Мне что-нибудь con picante. Будешь есть, что дадут. Этот шрам стоит на коленях, молится. Я подхожу, чтобы ему руки связать. И тут он, сука, выхватывает нож. Вот гад. Я отскочил и в упор в него выстрелил. От лица ничего не осталось. Класс. Но он не сдох. Булькал еще минут пять, наверное. О. Что? Он сам напросился.
И тебе привет, Эбби. А, черт, прости, не заметила. Поедешь с нами в Серевину? Нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам делать в Серевине? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Серьезно? Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. Подожди, еще не факт. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. И то радость. Мне пора. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Он стал часто с ним видеться, пока я на дежурстве. Он тебя любит. Не бери. Здравствуйте. Эбби. Как самочувствие? Замечательно. Сказала бы ему, чтобы избавился от этого. О, я пыталась. Мне же идет. Да вы сорибле. Буэно, пора выдвигаться. Береги его. Конечно, ради вас. Что у нас сегодня на обед? Буритос. Опять. Ясно. Эбби, что ты делаешь? Эй, тенемос призадем это разбуритус. Слышь, тут очередь. Мэнни, охренел? Дай пройду. Куда ты прешь без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чего? Ну как так можно? Третий ты кому? Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мэл. Мэнни? Где твой рюкзак? В комнате? За что ты так со мной? Пойми, вы обе мне дороги. Мне надоело это притворство. Она знает, что я тоже еду. Знает. И она согласна? Ну... Твое «ну» звучит как «не». Это из-за акцента. Брось, не будь параноиком. Тебе нравится ставить меня в неудобное положение? Нет. Я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Она со мной после Джексона почти не общалась. Мне что, сделать вид, что я этого не заметила? Конечно, нет. Вам надо поговорить по душам. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая, как мы. Ей раньше не приходилось истязать людей. Сколько она шрамов убила? Но не так, как мы убили Джоэла. Не забывай, мы солдаты, а она врач. Прошу тебя, Эбби. Она же своя. Пожалуйста. Ради меня. Попробую. А больше мне и не прошу. Собирай вещи, я схожу за мной. Давай. Будь умницей. Отцепись. Ученая, да? Тук-тук. Ты готова? Да, почти. Мэл, Эбби, они и правда отправили тебя. Еле-еле. Ты могла попросить остаться? Не хочу сидеть без дела просто так. А Оуэн что говорит? А почему Оуэн должен решать? Надо забрать Элис по дороге. Эй.
Ты сможешь. Не, я потом. Куда тебя посылают? Да обычная ротация, не переживай. А как вернешься, осмотришь моего отца? Ему стало, по-моему, хуже. В плане? Ну, он жалуется на острую боль в запястьях. Ложку едва держит. Может, достанем ему еще анальгетик? Говорят, вас с Оуэном перевели в блок 96? Да, там хорошо. Много молодых семей. Ну и как твой настрой? Перед родами? Куда ни глянь, там везде дети. Я готовлюсь морально. Столько ревущих младенцев. О, он, небось, в шоке. Он еще даже не видел. Он на патрулировании с Дэнни. С Дэнни? Да, не повезло. Ага. Выписываю Элис. Она внутри играет. Так, Эбби, отведешь ее? Малышка. Зверюга ты наша. Моя любимица. Только она тебя и терпит. Не ревнуй. Элис, хочешь прогуляться? Давай, пойдем. О, привет, Мишка. Ну ладно, раз уж ты так просишь. Кто лучше всех? Да. Лови мяч. Кобель. Что она здесь делает? Для Айзека что-то. Ей, наверное, одиноко там. Ну, ей очень нравится. Спроси ее про кучевые облака. Зато хотя бы не нужно лезть под пули. Да, если ты этого не любишь. Я была бы рада остаться на базе. Просто привет, Эбби. Учить семьи. Здорово. Ты соскучишься по шраму. Это вряд ли. Я б с ума сошел. Привет. Привет. Хорошо. Есть С-24.
Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Устроим разминку. Опять заедает, зараза. У кого есть маска? Ну что, посоревнуемся? Проигравший убирает квартиру. Это по-крупному. Кто больше, полный магазин? Ну, держись, каброн. В следующий раз я его себе возьму. Ну да, ведь в оружии все дело. Кстати говоря, там целая гора немытой посуды. Злая ты. А, и можешь белье мое сложить. Пойдем на базу. Если нужны патроны, бери. Да, да, кто у нас умница? Я тоже скучал. Чурелис со мной. А Мел подумай. Свежий воздух полезен. А заодно поболтаете. Очень много. Грасиас! Как у тебя дела со сном? Не очень. Могу взять что-нибудь в аптеке? Не, не надо. Мне не трудно. Да все равно, когда-нибудь сама вырублюсь. Я сейчас на базе редко бываю. Ты и Оуэн. Ты это к чему? Мэнни, привет. Вы куда? На вторую. Машина С-24 на вторую. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Так мы без инкубатора? Да. Вы за ней пойдете? Не, Айзек говорит, обойдемся. Лосося нам пока что хватает. Что ты имела в виду насчет Оуэна? Давно его не видела. Вечно он на задании. Вы с ним общались? Он что-нибудь говорил? Нет, мы пока... Ну, то есть я вижу его в столовке, но... Пока не разговариваем.
Он не в себе после Джексона. Ты особо не переживай. Вот срань! Засада! Держитесь! Мел, прыгнись! Смейся! Это поджидание. Да. Валите их! Обычно, по-моему, делай! Подходим ближе! Мочи! Надо здесь все осмотреть. Материалов, чтобы смастерить бомбу. Принято. Может, зря мы сюда вообще пошли? Да ладно, справимся. Много где можно спрятаться. Ребят, мы тут не одни.
Огонь, огонь! Больше никого? Да. Чисто. Это намного круче, чем бухать и смотреть аниме. Что? Ничего. Ну, рискнем. Thank you.
Они задрали. Не то слово. Ладно. Девочки, я вроде нашел выход.
Мэнни. Сейчас. Дама, вперед. Через месяц я бы здесь не пролезла. Давай, Эбби. Сам сказал, дама, вперед. Люблю я тебя. Ну что? Эбби, похоже на теплицу твоего отца. Не очень. Тут хоть что-то растет. И правда. Знаете что? Удачно вышло. Видите? Вы снова сблизились. Заткнись, Мэнни. Я же говорю. Что нашла? Ага. Их можно использовать в одной забавной игре на выпивку. Может, позже. Можно выйти? Ребята, это выход? База там. Шрамов не видно. Это пока. Да. Идем дальше.
Боже. А ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов. Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось проще. Слишком просто. Мы расслабились, и они сдернули целый отряд. В ответ за то, что мы расстреляли этих детей. Но пойми, эти дети угрожали нашим. Ты бы что сделала? Если не полиция, всех сразу. Я бы спасал наших ребят. Мэнни — это дети. Они не виноваты. Мы тоже не виноваты. Те смерти на их совести. Ну-ну. Мне хочется сглазить. Но тут как-то слишком тихо. Смотрите по сторонам. Дверь чем-то подперли. Может, есть другой вход? Кабель. Мэнни, посмотри, что там. Давай. Кабель за что-то зацепился. Вот так. Залезай. Мел, постой с Элис. Я попробую открыть эту дверь. Поищу для вас другой путь. Давай, аккуратней. Ну? Шрамов пока не видно. Может, они забили? Шутник. Нет, я оптимист. О. Тут высоковато. Да, это точно. Ну, давай. Мел, мы внутри. Я у двери. Ребята, нам тут одиноко. Нужно перебраться на ту сторону. Может, пройдем через здание? Ага, чтобы получилось, как в прошлый раз. У тебя есть другие идеи, Мэнни? Не, просто сказал. Давайте, быстрей!
Не за что. Иди сюда. Ого. Вы посмотрите. Лодочная мастерская, что ли? Надо запомнить это место. Лишние запчасти нам точно не помешают. Папа на такой же возил на рыбалку. Меня постоянно укачивало. Мерзко было. Мэнни никогда не беременна. Я стараюсь.
Ладно. Я подержу. Давайте. Я подопру. Прости. Вы там в порядке? Да. Рычаг сломан. И что теперь? Эбби, глянь. Люк. Мэнни, побудь тут. Мы посмотрим, как забраться на крышу. Хорошо. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да. Надо будет сказать Мэнни спасибо. Я рада, что я здесь с вами, а то иначе я бы не смогла вам помочь. Слушай, почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю. Да ладно, мы после Джексона почти не общались. Не знаю. Видимо, меня это тоже потрясло. Что, жалеешь Джоэла? Он заслужил даже больше, просто жалеешь, что приняла участие. Понимаю. Это каким зверем надо быть? Я не это имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Эбби, подсади-ка меня. Есть идея. Идеи я люблю. Давай. Забирайся. Да, есть. Так что за идея? Секунду. Что ты делаешь? Пробираюсь к выходу. Ладно, только не спеши. Что хорошо в беременности? Низкий центр тяжести. Поверю тебе на слово. Перебралась. Сюда. Спасибо. Ладно, мы на шаг ближе к люку. Слушай, это мысль. Чем-то напоминает лодку Оуэна.
Что дальше? Тут есть веревка. Ну вот, уже что-то. Высоковато. Сильно голова кружится? Особенно, когда смотрю вниз. Вот они. Мэнни, мы спускаемся. Хорошо. О, дом, милый дом. Мы рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. Слезем. Трудно представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно. Оперировать я бы вот в жизни не смогла. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Ну, папа всегда говорил, что ты его лучшая ученица. Правда? А то, по твоим словам, он был убит. Идем. Элис, умничка. Наконец-то вы нас догнали. Ну как, тут все тихо? Ага. Мне это не нравится. Ну, до базы рукой подать. Да. Как вернемся домой, я плюхнусь на диван, врублю мультик и буду пить, пока не отрублю. Так, интересно.
Нашла что-то? Тут может быть ящик с оружием. Это было бы кстати. Чтоб тебя. Черт.
вот-вот подошел. Ну-ка, ну-ка. Какая прелесть. Ребят, нам сюда. Ладно, пойдем вдоль путей. Они выведут нас к дороге, идущей к базе. Мне не по себе. Знаю. Смотрите в оба. Через стену перелезем? Я не вижу как. Тихо. Вон еще приперлись. Крышка!
Охренеть. Все? Больше никого не вижу. Надо идти. Сюда. Пошли. Черт, тут тупик. Ладно, поищем другой путь. Давай, малышка. Смотрите, мы почти дошли. Пута Мадре, они рядом. Сюда. Yeah.
Твою мать! Черт, ты как, цел? Ничего, переживу. Давай. Дай посмотрю твою руку. Погнали! Ну все, поехали домой! Эбби, пошли! Вы готовы? Хорошо, что вы рядом. Хорошо, что мы мимо ехали. Услышали выстрелы. Ты как, цел? Ничего, переживу. Давай. Дай посмотрю твою руку. Погнали! Можно сильнее, понял? Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. Держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тут. Давай, девочка. Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Спасибо. Ух уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. Ребята не в курсе, что происходит. О чем? Вот это уже третий день, и до сих пор никаких приказов. Тогда вы должны быть нам благодарны за развлечение. С вас причитается. Можешь узнать, в чем дело. Ладно. Только сначала отметь. Потом... Мы отметимся. Да, привет. Есть для нас что? Нет, ничего. Просто доложиться Айзеку. Обоим? Да. Никогда не видел столько народу. Что-то назревает. Надо найти Айзека. Сначала давай проведаем Мэл. Я никого из них не знаю. А ты? Здорово, Эбби. Здорово. Мига. Эбби, подойди-ка. Да?
Слышала про вашу стычку. Где напали? А, где-то вот здесь. Рядом со складами. Черт. Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Ну, хорошо уже, что обошлось без выбухи. Отек вокруг колена. О, наконец-то. Я уже заждался. Сегодня ведь даже не мое дежурство было. Я не мое. Простили бы нас. Ничего, тебе подыщут. Не шути со мной. Ладно. Сразу раздумал меня. Конечно. Плохо дело, да, док? Видала и похуже. Не шевелись. Да. Ладно. Так больно? Нет. А вот так? Ну что, полегчало? Более утоляющее подействовало, так что, да. Держись. Как рука? Почти все пальцы останутся при мне. Братишка, трех тебе хватит. Ага, все случилось так быстро. Но могло быть гораздо хуже. Помяни черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мел, расслабься. Слушаюсь. Мне нужна помощь. Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Буду сидеть здесь. Расслабляться. Нора, ты хоть успела передохнуть? Меня отправляют в госпиталь на западной стороне. Приказали взять с собой все. Как, Мел? Серьезно? У плода учащенное сердцебиение, но ничего страшного. Надо сказать Оуэну. Он захочет быть рядом. Да. Я покажу вам кое-что. Что? Идемте. Господи. Это все наше? Да. Каждый час привозят новых. Мел, не говори. Ладно? Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. Кто в том мешке? Черт, это Дэнни. Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда, с пулей в животе. Чёртовы шрамы из депута! Айзек успел с ним поговорить, но... Насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мел, а вы расскажете, что узнали. Да. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэном? Может, послал, только не сказал Норе. Ну, надеюсь. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите.
Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Я Кайзеку. Ишь, деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся. По этому месту я не скучаю. Черт! Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А. Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Сэр, прибыли Эбби и Мэнни. Ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы ввязались в бой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов. Подготовьтесь. Я с Оуэном. Когда они с Дэнни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Оуэн в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял. Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Нет. Но ты сказал, добор еще нет. Два... Второй попытки не будет.
И это важнее любого из нас. Уж точно важнее Оуэна. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь, потом поговорим. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама, правда? Что? Нет, Эбби, нет. Я вернусь к утру, придумай какую-нибудь отмазку. Айзек с тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю где. Что? Ну правда, Оуэн, хватит! Ну ладно. Тогда иди сюда, вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. А. Эбби, мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних двух шагах? Да. Да. Уговор был до сюда. Вот. Давай вот как. Либо ты сейчас сядешь здесь, со мной на краю, либо вот сюда на детское сиденье, и мы насладимся видом. А как же тренировка? Серьезно? Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет. Давай это обсудим. Уже темнеет. Да? Ладно. Стой! Ты что, сдурел? Тут высоко! Боже мой! Знаешь, Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Или мы расстаемся? Оуэн. Я всегда тебя любил. Нет! Оуэн! О, Господи. О, Боже мой, Боже, Боже. Я внизу, тупица. Прыгнула? А я не видел. Думала, ты утонул. И решила меня спасти? Нет. Удостовериться, что утонул. Я нашел кое-что потрясное. Что? Придется тебе плыть за мной, чтобы увидеть. Пора обратно. Ладно, но сперва взгляни. Люди едва начали хорошо к нам относиться. Если постоянно приходить с опозданием, это же неуважение. Они знают, через что мы прошли. У нас наверняка есть еще месяца два, прежде чем нам придется принять их правила. Оуэн! А что они сделают?
Вышвырнуть несчастных цикад, которым некуда идти? А если да? Не хочу выяснять. Тогда взгляни на это так. Мы в патруле. Скажем, что наткнулись на зараженных. Но это же Оуэн. Ты должна это увидеть. Глубокий вдох. Плыли дальше? А то. Это, наверное, как зоопарк, но с рыбами. Молчи. Смотри, какой нерпенок. Я как-то видел тюленя, он был пятнистый. У тюленей нет пятен, они бурые. Это морской лев. Нет, нет, ты ошибся. Но я сам видел своими глазами. Эй, помоги мне. Ага. Есть. Давай. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра, но для рыб. Самку кличешь? Что? Я пёс. Я так лаю. Эп, пока не посмотришь, не уйдем. Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Не, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую. Хочешь глянуть? Здесь детские вещи. Тут была целая семья. Какие рисунки? Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрамы. Оптимист. Ладно, лодку осмотрели. Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем.
Помоги залезть. Ща. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Понятно. Итак, мы быстро осмотримся, а потом... Пойдем обратно. Боже мой. Ого, такое не часто увидишь. Это наш капитан? Черт. Его дети сбежали к шрамам. Боже. Ну, зато мы нашли ключи. Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шрамам. А что? Это же культ психов, вот что. А в зонах люди считают ЦК террористами, фанатиками. Мы были глупыми, а не... фанатиками. Мы взрывали посты и убивали солдат. Это другое. Это я к тому... Не вздумай говорить такое на стадионе, ладно? Ну ладно, ладно. Как думаешь, сколько времени? Я не знаю. Время есть.